Векман One это 9 букв, Бурс One это 7 букв, тебе вообще фора. Угу. Я не тренировался. Блять, я тоже только проснулся. Бля, ну я просто в онлайне вообще не тренировал. Так ты не в онлайн, ты как хочешь, тегай. Ты отсчитываешь, давай, раз, два, три, и стартуем. Подожди. У меня там маркер закончился, не похуй, бля. Давай. Ну, кто отсчитывает? Ты. Я? Да. Давай, раз, два, три. Ай, блядь, упал. Проебал. Хуя мясо. Ну это было весело. Давай еще раз. Ну что, всем привет. Сегодня обзор устроим сразу на, так сказать, два продукта. Даже, наверное, на три. Это на вот такой вот перо интересной формы. Проставочные или простановочные кольца, которые облегчают заправку, как говорят. Ну и заправим мы сразу этот маркер еще и заправкой молотовской. Так что посмотрим и на заправку, и на то, стоит ли покупать такие кольца и помогают ли они, и на перо. Так, возьмем маркер. Одно кольцо и перо. Сразу поменяем перо. Вот так вот. До этого такие кольца я ни разу не использовал. Поэтому мне самому интересно. Говорят, что их часто используют те, кто, ну, рисует акрилом. Потому что они постоянно мешают цвета. А, ну... Ну, в принципе, да, это прикольно. Если раньше, как бы, когда, например, на улице, если заправляешь маркер, либо дома, нужно было какими-нибудь кусачками или чем-нибудь еще подцеплять это, чтобы не пачкать руки, то здесь же ты просто накручиваешь это кольцо и уже сюда ставишь клапан этот, и потом при заправке вот так вот выглядит маркер, немного удлиненной формы получается, ты просто откручиваешь именно кольцо и сразу напрямую заливаешь. Да, это удобно. Надеюсь, течь не будет. Так, это перо в запас. Сюда. Похуй. Маркер даже еще не пропитал, но он уже в краске у меня. Так, ну это вроде закрыли.
Ну что, пойдем пробовать. Если смотрел, на пиро хотел взять. Ну как оно? Прикольно? Ну, такое интересно. Ну вообще так говорит, прикольно. Мне кажется, как будто расход меньше из-за него, потому что, наверное, не всей площади, знаешь, хуячит. Ну,
Ну почему? Шпалером. Ну лучше без. Стерлась грабля моя. По пыли хуевастенько пишет. Думаешь? На самом деле мне кажется, что с таким пером экономней. Потому что краски меньше надо. Да и что-то я, как, конечно, обычно, когда просто, ну, тэшка, заправляешь почти каждый день, а с этим что-то, ну, я вроде тегаю, а он что-то не кончается. Пробовал с такого пера тегать? Да. Что тебе нравится? Его под этот пробовал, конечно. Но вообще, типа... Ну, вообще, я его берег, я особо по, ну... Он недолгий. Пойдем к этому, сходим. Ну что, попробовал перо это? Вместе с проставочным кольцом, которое облегчает заправку, кольцо топ. Реально помогает на улице быстрее заправлять, да и дома. Потому что не нужно руками доставать. Ну, короче, не нужно руками доставать ничего. Просто открутил, сразу напрямую залил и все. Насчет пера. Перо интересное. Мне показалось, что оно более экономное по расходу краски. Потому что не вся площадь используется пера. Но очень быстро стачивается. Хотя я, в принципе, писал по аккуратным поверхностям и не жестил там по домам и по всему остальному старался не писать. Но перо, как видите, уже подсточилось. Но когда оно сточится, будет просто обычная тэшка, поэтому никаких проблем. Эффект уже особо не виден. Так что я думаю, еще пару ташков. И это будет просто тэшка. Плохо пишет из-за пыли. Так-то поверхность просто металлическая, хорошая. Но уже все больше и больше начинается быть просто обычным Т-образным пером.
как будто стало ярче писать, когда стерлось. Ну чё, Векман ванилизм, One, OSM, Rapid Time. Опа. Это странный переход. Давай еще раз попробуем. Спать. Ладно. Давай. Векерман. Униизм ван. Проебал. Хуя мясо. Ну это было весело. Давай еще раз. Давай, что пишем? Да, давай я Векман, а ты Бурсван. Давай. Ты там сможешь писать? Пойдем туда, может? Да, давай. Отсчитывай. Ты откуда начинаешь? Отсюда. Давай. Раз, два, три. Ладно, пойдем чай пить. Это весело. В общем... Граффити, в общем, маркер веселый. Точнее, не маркер. Ты никогда мне не можешь выиграть у меня бурс. Побеждает дружба, забей хуй. Побеждает дружба? Но ты меня выиграл. Но ты меня не вау. У меня шлема такого, как у тебя, нет. Нет, у тебя нет такого стиля. Стиля? Это я вырежу бурс. Сука. А я как раз таки не буду. В моем видео ты останешься просто проигравшим. Сука. Давай кидай. Thank you.
Знаешь, а, подожди, братан. Где мой колпачок? Не знаю. Это интересно. Может, его на член надел? Одень каску просто на него и все. В общем, перо веселое. Если есть возможность там в деньгах, то берите потегать. Для аккуратного тегинга вообще хорошо подойдет. Если вы там где-нибудь, не знаю, на холстах, на бумаге что-то там экспериментируете, то, ну, интересно. Просто на улице тоже можно поделать интересные теги, но сотрется. Ну, ничего страшного, будет, останется вам обычная тэшка. Кольцо топ. Если часто заправляете марки, советую. Все, всем йоу. Теплый Воронеж. Сука, впадло. Yeah.